Жителям поселка Искатели теперь не придется тратить полдня на получение каждой справки. Накануне там открылся многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг. Уже сейчас жители поселка могут совершенно бесплатно воспользоваться госуслугами, а их более 200, при этом все это в режиме одного окна. Для посетителей нового офиса открыты 5 стоек. Все они оформлены в соответствии с требованиями единого фирменного стиля «Мои документы». Этот бренд утвержден Министерством эконом-развития для всех регионов и вскоре, обещают, будет узнаваем для всего населения. В центре поселка Искатели предлагается тот же набор госуслуг, что и в Нринмаре, то есть 205 различных сервисов. Кстати, в следующем году количество услуг возрастет почти до 300. Об этом заявил председатель комитета по информатизации Ненецкого округа Виктор Шамов. По сути дела, мы можем будем констатировать о том, что любую услугу, региональную или муниципальную, мы можем получить в многофункциональном центре. И не нужно знать, в какой орган власти идти, какие документы с собой брать, когда он работает, значит, где это располагается орган власти. Мы знаем, что есть многофункциональный центр, туда можно прийти и получить любую услугу. МФЦ в регионе открывают один за другим. Центры уже работают в 6 населенных пунктах – в Нельмином Носе, Великовисочном, Оксино, Красном, Нижней Пёше и Тельвиске. До конца года филиалы заработают в Нисиандерме, Харутиоме. Во всех остальных муниципальных образованиях многофункциональный центр откроется к середине 2015 года.